Я прошу прощения, а вы почему здесь лежите? Потому что негде лежать. Что вас подвигло лечь вот здесь? Жажда полной свободы. Вы философ? Да, я даос, который сплю, где считаю нужным. Вам нравится здесь находиться? Конечно, я даже не ищу, где находиться. Я просто упал, и мне испытываю экстаз от того, что я соединяюсь с асфальтом. Хорошо, то есть вас все удовлетворяет? Да, мне больше ничего не надо. Мне главное асфальт и все, больше ничего не надо. Вам помощь нужна? Нет, пошли вы вообще отсюда со своей камеры. И нужно глубоко копать надо. То есть вас все устраивает? Устраивает, да. Я хочу с асфальтом соединиться. Давайте я все-таки помогу вам. Не надо мне. Пошел туда, дайкер. Как скажете. Может, скорую помощь вызвать? Не надо, я прям чувствую. Мне никто не нужен. Кроме асфальта мне никто не нужен. Пошел ты. Я все понимаю. Иди гуляй там. Асфальт, мой друг, лучше всех денег. Почитайте, почитайте. Что почитать? Древнекитайский трактат о пути истине и благодати. Или прочитайте Джонзи про бабочку. Вы все бабочки, разве вы не бабочка, которая меня снимает? А вы здесь лежите с какой целью? Чтобы стать бабочкой. Разве мы не бабочки здесь, на асфальте? Закрывай свою. Вы как себя чувствуете? Хорошо. Я посчитал, что это лучшая койка, что я спал последние 50 лет своей жизни. Вам больше 50? Мне 76. Вот так ты напиши. Умирают люди с двумя высшими образованиями. У вас два высших образования? Да, случайно. Философское и экономическое. Вам нужна помощь? Нет, я люблю асфальт. Больше мне никто не нужен. Давайте я вам помогу, там, я не знаю. Не надо мне никого. Асфальт на земле мой лучший друг. А вот вы со своими этими корками только мешаете мне испытывать единение с асфальтом. Меня зовут Андрон Кочеловский.